Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. И сегодня мы с вами делаем супер классный, супер мощный вызов мужчины. Для начала, как обычно, представьте своего мужчину во всей красе, конечно же, как можно подробно. Загляните в его глазки. Вы должны увидеть именно как любовь от него исходит, да, именно чувство любви в его глазах. Представьте, что он смотрит на вас именно любящим взглядом. И насколько возможно долго держите образ мужчины, да, чтобы вы его видели. Хорошо, если у вас есть фотография, тогда прямо фотографию держите перед собой и все время представляйте, как мужчина смотрит на вас влюбленным взглядом. И вас будет олицетворять императрица. Что я буду делать? Я буду соединять ваши энергии в данном вызове, для того, чтобы мужчина очень сильно почувствовал вашу энергию, вспомнил про вас, подумал. И в этот момент, да, это такой волшебный энергетический пинок, ему захочется вам позвонить. И буквально в течение 3 минут ваш мужчина вам или позвонит, или напишет, или приедет. Также я взяла, это единственная колода, в которой есть ангел. Это ангел Таро де Лануи. И ангел, который тоже будет помогать сохранять вашу энергию. То есть я буду помогать, ангел будет помогать. И таким образом мы запустим ваш энергетический поток или энергетический обмен энергиями между вами. Итак, сосредоточьтесь и начинаем. Для начала смотрим, готов ли ваш мужчина вообще звонить, писать и приезжать. Да, девочки, смотрите, он готов проявлять инициативу, он будет ее проявлять. Причем реально в ближайшее время, я имею в виду в ближайшие 3 минуты. Да, абсолютно, однозначно позвонит, напишет или приедет. Да, и прям с первой карты сразу активные действия. Да, страсть у него очень сильная, ревность, желание вас видеть. Да, вот он мчится уже к вам, мчится прямо. Может быть, мчится через интернет, через телефон, но в любом случае мчится. Да, некоторая неопределенность, он тут с вами еще хочет прояснить отношения. Так, но при этом прям реально надеется все-таки, что вы его любите, что все будет хорошо. Так что ваш мужчина мчится, вот активную карту, которая первая вышла, я ее положу сверху. И теперь посмотрим, насколько вы готовы, в общем-то, принимать его чувства, его любовь. Вам хочется, чтобы он был посерьезней. А тут, да, я вижу, что мужчина как бы серьезно не настроен. Больше все-таки такие легкие любовные отношения. Но при этом у него есть чувства, есть желание, готов действовать. Вот, хочется вам еще, чтобы действовал он более активно в отношении вас. Да. Ну и есть у вас какая-то обида на него или, может быть, тоже ревность такая скрытая, вот, которую вы не показываете, может быть, даже сами себе не признаетесь. В общем, хотите вы перемен именно в серьезную сторону, а он к этим переменам не готов, то есть он мчится. Однозначно в ближайшие 3 минуты позвонит, напишет или приедет, вот, но все в том же русле, в общем-то. То есть у мужчины нет пока серьезных намерений. Вот. При этом, смотрите, вышла счастливая карта, да, от счастья, радости, удовольствия от встречи. Я запечатываю его активные действия и ваша радость, счастье и удовольствие от его активных действий. Встреча, девочки, классно, супер, вообще я запечатываю встречи, то есть встреча любовная, чувственная, приятная.
Ну вот мужчина позвонил вам, ну, или написал, да, или приехал, да, вы понимаете, что у вас немножко разный подход к отношениям, и, естественно, что будет дальше, что дальше будет в ваших отношениях, ведь не просто так же мужчина пропадает. Наверное, в ваших отношениях не все хорошо. И для того, чтобы понять, что в ваших отношениях не так, и как будет дальше, да, что вас ждет дальше в отношениях с этим мужчиной, это вы можете узнать на консультации. Пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram. На консультации я очень подробно вам расскажу чувства, мысли, намерения, действия мужчины, что у него в душе, в сердце, в подсознании, перспективу развития отношений на целый год практически понедельно. И в долгосрочной перспективе, чего от этих отношений ждать, а чего ждать не стоит. Это все в рамках одной консультации, плюс советы, что делать и как быть, если вдруг вас не устроят те перспективы, которые вам уготованы как бы. Так что обращайтесь на консультацию. А еще, девочки, прямо сейчас проходит супер акция, 3 курса обучения Таро по цене одного. Это для тех, кто хочет сам видеть будущее отношений, какие чувства, мысли, намерения, действия у мужчины, о чем он думает, есть ли у него другая, да, или какая-то там женщина рядом, есть ли у него какая-то женщина рядом. И что будет, что ждет вас дальше в отношениях, и как изменить отношения так, чтобы вам обоим было комфортно в этих отношениях, чтобы в отношениях была гармония, счастье и радость. Вот, это самое-самое главное. Так, ну и теперь хочется мне очень выложить вам, учитывая вот эту разницу, да, в подходе, очень хочется выложить вам карту совета. Так, богиня Хатор, восприимчивость. Угу. Разрешая себе получать, вы усилите интуицию, энергию и способность давать другим. То есть это о чем в рамках вызова? Это о том, что разрешите себе просто наслаждаться этими отношениями, чувствами. Чувствами, принимать чувства мужчины, а не придираться и не требовать от него того, чего он на данный момент дать вам не может. На этом я вам всем желаю счастья, радости и удовольствия. С вами была Алена Ариес. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!